Сейчас в одной из рязанских колоний отбывает срок за помощь в вербовке боевиков гражданин одного из сопредельных государств. Мы получили комментарий действующего сотрудника ФСБ России по Рязанской области. Формирование международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» не оставляют попытки сорвать режим прекращения боевых действий в Сирии. Осужденный гражданин принимал самое непосредственное участие в вербовке нового пушечного мяса. Незадолго до ареста к нему обратился очередной клиент с просьбой отправить его в Сирию. Вербовщик охотно рассказал про нужный сайт, объяснил, как отправить фотографии и сколько будут оформлять документы для перехода через турецко-сирийскую границу. Указанный нами гражданин договорился с представителями незаконных вооруженных формирований, которые воюют в Сирии, с тем, чтобы те его встретили, сообщил им данные о своем время прилете, аэропорте прилете. Вот, по мере его прилета его, соответственно, встретили на территории Турции. От задержанного следователи узнали, что клиента из Москвы отправили в Стамбул и поместили в гостинице, где временно проживали такие же лица, воюющие против действующего правительства и преследующие цель устроить всемирный халифат и расширить его сферу влияния, в том числе на Северный Кавказ, а это уже территория России. Вербовщику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с учетом, что он активно содействовал следствию. После окончания уголовного срока его экстрадируют на родину. Обвиняемый являлся выходцем одной из республик Средней Азии, ему свыше 30 лет. На территории Российской Федерации он проживал нелегально, на протяжении где-то около 2 лет.